Национальная сборная Украины отправилась на Игры непобежденных в Торонто. Это соревнование для военнослужащих, которые получили травмы разной степени тяжести во время боевых действий. К играм наша сборная готовилась около года. Всего на соревнования поехали 30 наших спортсменов. С рабочим визитом в Канаду и Соединенных Штатов отправился сегодня и президент Петр Порошенко. Там он примет участие в торжественном открытии игр и проведет встречи с премьер-министром Джастином Трюдо и министром иностранных дел Христи Фриланд.